потрепал мне, конечно, нервы. Еще, кстати, не закончил. Просто я очень много информации искал в группе, в интернете, как это сделать. Ребята, вот просто показываю, потому что я ни хера не нашел. Кто-то еще возьмет этот трактор, счастливый владелец, такой же, как у меня, имею в виду. И будет это все хозяйство тоже искать. Вот снимаю для этого человека, который с руками, не из жопы. Никаких размеров, соответственно, никто ничего не мерил, просто все на глаз. Сайлентблоки газелевские. Это муфта 50-я стальная, сантехническая, уголок 50-й. Вот эта фольга, сколько тут, 10-12, может быть, миллиметров. Ось на 25 вытачивал ось. Вот. А, нет, стоп, это 22-я, 25-я здесь, 25-я здесь. Ну вот, соответственно. Шланги гидрораспределителя кинул вот от этого вспомогательного. Без всяких быстросъемов, потому что считаю, что он нахуй не нужны. Гидроцилиндр потом при съеме от лава просто будет ложиться вот сюда. У нас вот такой моторчик здесь стоит. Просто в помощь информация, вот как это все я лично сделал. Отвал сам вот с такой фольги, плюс уголочек снизу. Ну, типа бульдозерного получилось. Ну, посмотрим, как будет работать. Завтра должен закончить. Вот тракторок у меня такой вот. На один у нас товарищ все-таки правильно сказал, что нормальная тема. Это очень нормальная тема, ребята, это работает. И работает очень-очень приятно. Этот вот редуктор понижающий. Достался он мне, конечно, в жопном состоянии, но потихоньку восстанавливаю. Вот так вот навесочку переделал под мотобочную, потому что у меня вся навеска, что есть, она под мотобочную. Винт центральный самодельный, блин, с шарнирами. Вот такие стяжечки. Ну, так вот.